Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему аквариумного оборудования, в частности, обогреватель с терморегулятором от компании Aquael, обогреватель Aquael Platinum. Данные обогреватели на сегодняшний момент очень классно пошли в продажу, потому что имеют действительно идеальное качество, но, как следствие, не самая низкая цена. Но, так как обогреватель — это элемент, который в аквариуме может натворить много бед, рекомендую обогреватели покупать сразу хороший, нормальный, потому что нагреватель должен в аквариуме работать постоянно без выключения. На вопрос, зачем же покупать Aquael, если есть китайский за 100 гривен, это чуть-чуть некорректно, потому что, ну, все должны понимать, что вы можете сварить рыбу, вы можете не получить заданную температуру, и проще купить один обогреватель более дорогой, чем покупать каждый месяц самый дешевый китайский. Поэтому тема идет о обогревателях Aquael Platinum. Они идут минимальные 25 ватт, вот он, вот такой небольшого размера. Кстати, люди спрашивают, какой же 25-ваттный в длину. 25 ватт в длину, всего лишь 19 сантиметров. Ну и дальше 50, 75, 100 и выше. Максимальный мощный обогреватель у Aquael Platinum — это 300 ватт. Подбираются обогреватели Aquael из расчета 1 ватт на 1 литр. То есть 100 литров 100 ватт, 200 литров 200 ватт. 300-ваттный обогреватель, если вы поставите в помещении, в котором более-менее тепло, даже на объеме там 400-500 литров, я устанавливаю, он тоже нормально, корректно поддерживает температуру. Что касательно обогревателя Aquael. Обогреватели Platinum, они идут с электронным термостатом и керамическим нагревателем элемента внутри. Я смело могу назвать данные обогреватели одним из инновационных обогревателей в аквариумистике. Они обладают высокой точностью и надежной своей работой. Основное отличие этой серии, что это полностью электронный внутри термостат идет, который означает, что нагреватели не имеют аналог, ну, то есть, как в других моделях на рынке аквариумистики, механических контактов внутри нет и подвижных частей, что как следствие они не подвергаются износу, ну и очень будет долговечная работа за счет того, что не будет окисляться. Таким образом, они могут работать без перебоев в течение многих лет. Нагреватели Aquael имеют систему выбора необходимой температуры, она называется One Touch, ну или в одно касание, и встроенной диодной индикацией выставленной температуры. То есть и стильно, и красиво, и надежно, и современно. Все здесь внутри в нем есть. По нагревателю есть такая заглушечка. Ну, это стандартно во всех нагревателях она идет. Дальше. Естественно, так как это уже европейский продукт. Кстати, обогреватели Aquael делаются только в Польше, не в каком Китае. Это действительно европейский продукт. И идет всегда длинный провод, в отличие от китайского. Потому очень удобно будет подключать. Стандартная вилка без заземления, длинный провод, надежный сам по себе обогреватель. Крепление под присоски, присоски у Aquael. Некоторые, конечно, пишут, что они у них поставили, через 3 дня отпали. Я в это не верю. Обогреватели комплектуются качественными присосками, которые многие месяцы служат и остаются мягенькие. В случае, если вы хотите поменять присоски, то Aquael всегда отдельно можно, ну, продают свои принадлежности, потому это все можно отдельно приобрести. По характеристикам, на каждом обогревателе, например, 50 ватт, я вам говорил, что можно ставить ватт на литр, но производитель то же самое пишет, от минимального до максимального, и диапазон температуры 20 до 33 градусов. Погружение обогревателя в воду. Минимальная глубина погружения — это вот так вот. Но тут все герметично залито, вы можете любой обогреватель полностью опустить в воду и не переживать, что он у вас замкнет. Любой обогреватель с терморегулятором, независимо от того, польский или, там, или китайский, в аквариуме должен работать постоянно 24 часа в сутки, зимой и летом. Зимой понятно для чего, летом для того, чтобы, если у вас включит, вы включите себе кондиционер на 19 градусов, температура упала, и в аквариуме будет перепад температуры. Поэтому обогреватель зимой и летом, как говорится, одним цветом, постоянно вы должен быть включен.
Как его можно поломать? Это только один способ, если вы его начинаете аквариум обслуживать, не выключили обогреватель с розетки, у вас дошло, вода сливается и нагревательный элемент накаляет колбу, и, ну, естественно, обогреватель может лопнуть. Итого, подведем итог. А, кстати, температура для каких рыбок? В большинстве случаев средняя температура для аквариума 25-28 градусов. Ошибка многих наших клиентов, говорят, я живу в частном секторе, у меня тепло. От того, что у вас тепло, это хорошо, но у вас все равно температура может скакать вверх-вниз. Рыбы этого очень не любят. Поэтому рекомендую поставить обогреватель. Если нет финансовой возможности, покупайте, конечно же, более дешевый. Выставили температуру 25-26 градусов, и, пожалуйста, ваши рыбки себя будут чувствовать прекрасно. Итого, подведем итог по поводу обогревателей Aquael Platinum. На мой взгляд, идеальнейшее соотношение цены и качества. Да, это не самый дешевый продукт, но он отличается своей долговечностью и точностью. Здесь внутри все сделано так, чтобы он отработал много-много лет. Недостаток цена, так называемая, типа завышенная, но завышенная относительно китайских продуктов. Но плюсов здесь намного больше. Так как обогреватель это является одним из составляющих при сборе аквариума для старта, а такой основной элемент, то обогреватель рекомендую покупать хороший, чтобы он вас не подвел. Спасибо за внимание. Ссылочку на обогреватель Aquael оставлю внизу в описании. Подписывайтесь на канал Zoocool. До скорых встреч!